Дорогие друзья, я приветствую каждого из вас на своем YouTube-канале, и вот наконец-таки выходит данное видео, которое посвящено не перепродаже техники Apple, как вы привыкли видеть, а кое-чему другому. И как вы догадались по названию видеоролика, сегодня будет практически новая для меня ниша – перепродажа кроссовок. Сегодня я попытаюсь купить качественную обувь у поставщика, привезти их в свой город и уже реализовать их через всеми любимые Авито. Я куплю не одну пару, как это было в прошлый раз, а весь размерный ряд, так как в прошлом ролике многие хотели купить, но не было подходящего размера. В этом видео вы узнаете, сколько можно заработать на одной паре, и я поделюсь с вами поставщиком, которого я нашел. Итак, не буду долго томить, всего лишь попрошу вас подписаться прямо сейчас на этот YouTube канал и поставить лайк данному видео, и мы начинаем. Первым делом я, конечно же, обыскал весь интернет в поисках не только надежного поставщика, но и поставщика, у которого кроссовки будут максимально качественными, чтобы продавать их будущим клиентам. И вот нашел одного такого, и немного позже подробнее расскажу о нем. А пока вы обязательно поставьте лайк данному выпуску. И сейчас вы можете наблюдать, как я даже попал к ним лично на один из их складов, который на минуточку оказался в моем городе, Ставрополь. Ну и, конечно же, в процессе мини-экскурсии по складу мне удалось запечатлеть для вас часть их ассортимента, который находился именно здесь. В поисках подходящего товара я рассмотрел множество пар и понравились многие модели, но для перепродажи я решил выбрать самую ликвидную, по моему мнению, так как покупать я буду, разумеется, весь размерный ряд, чтобы они мне вышли по очень хорошей цене. И, кстати, решил поставить для вас их фотозону, где они фотографируют все свои кроссовки и далее выкладывают в свой телеграм-канал. Мне очень понравилась такая идея, и фотографии получаются качественными и насыщенными. И вполне уже с такими снимками можно выкладывать кроссовки на Авито. А если вам будут нужны такие фотографии, думаю, вы спокойно сможете попросить поставщика, чтобы он скинул вам такие экземпляры. Для тех, кто не подписан до сих пор на мой телеграм-канал с техникой Apple, советую это сделать прямо сейчас, так как рынок айфонов просел и цены стали чуть ли не самыми низкими за все время, что на новую технику, что на БУ. Я занимаюсь продажей как БУ айфонов, Apple Watch, AirPods и так далее, так и продаю абсолютно новую, запечатанную, неактивированную технику. Ссылка находится в описании. Ну а для сегодняшнего видео на перепродажу я решил выбрать вот эту вот пару. Это Force 1 в классическом белом цвете. Как по мне, это одни из самых продаваемых кроссовок. Я, разумеется, купил весь размерный ряд данной модели, так как именно при покупке оптом, как нам известно, цена становится гораздо ниже. И одна пара мне вышла всего в 1700 рублей. А продавать на Авито я буду со средней накруткой в 2000 рублей. Качество этих найков люкс, что означает подобное оригиналу. И сами кроссовки выполнены из качественного материала. Помимо самих кроссовок, в подарок мне дали упаковочные пакеты, что также будет очень приятно моим будущим покупателям. Ну и для разнообразия я решил выкупить одну пару Джорданов, которые мне вышли в 3100 рублей. Купил я также самого лучшего качества, а их я планирую продать в небольшой плюс с накруткой около 1500 рублей. Ну и далее посмотрим, смогу ли я их продать или нет. Кстати, взял я 42 размер данной пары. После публикации кроссовок на Авито, спустя 4 дня у меня заказывают через Авито доставку Force 1 43 размера. А еще одни белые Nike и Джорданы также были проданы, но уже не через Авито, а моим знакомым в город Москва. Упаковываю все в подарочные пакеты и перемещаюсь на СДЭК. И тут вы скажете, ты же обещал в начале ролика оставить ссылку на поставщика кроссовок с этого видео. И да, вы будете абсолютно правы, ссылка на поставщика находится в описании. И сейчас я хочу рассказать немного о его преимуществах. Это телеграм-канал под названием Верс. У них есть ряд преимуществ, о которых я хочу вам рассказать. Помимо того, что у них есть сборный опт от 5 до 8 пар, вы также можете приобрести кроссовки в розницу. У них есть очень широкий ассортимент. Также они дают лучшую цену на опт, и весь товар у них имеет высокое качество.
Итак, друзья, мы приближаемся уже на СДЭК. Сейчас будут отправки кроссовок. Три пары у меня заказали. Две пары белых форсов и одни Джорданы. Сейчас переместимся на СДЭК, и все будет отправлено по разным городам. Друзья, у нас сейчас будет еще одна продажа. Буду уже офлайн продавать данные кроссовки. Через Авито человек написал, попросил встретиться. И буду продавать вот эти вот белые форсы. И постараюсь для вас записать небольшой фрагмент. Ну что ж, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. На этом мы заканчиваем серию про перепродажу кроссовок. Я надеюсь, вам видос понравился, поэтому прямо сейчас спустись вниз, подпишись на канал и поставь лайк данному видео. Я напоминаю, что все полезные ссылки находятся в описании. И также мой телеграм-канал и чат перекупов также находятся в описании. Всем спасибо за просмотр. Встречаемся в новой серии про перепродажу айфонов. Всем пока!